Силовики в четверг вернули контроль над зданиями госорганов в Алма-Ате, в том числе над бывшей резиденцией президента Касым-Жомарта Токаева. МВД страны отчиталось о зачистке площади республики от протестующих. Полиция сообщила о задержании свыше 2000 человек. Ранее стало известно, что Россия в рамках миротворческой миссии ОДКБ отправила в Казахстан подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, которые уже приступили к выполнению поставленных задач. На всей территории республики объявлено чрезвычайное положение. Власти Казахстана обратились в ОДКБ за помощью на фоне протестов, которые начались в воскресенье на западе государства из-за двукратного повышения цен на топливо и распространились по всей стране. Во время беспорядков, по данным Минздрава, пострадали больше 1000 человек. Протестующие вступали в столкновения с полицией и поджигали машины, взяли штурмом и подожгли здания городской администрации, прокуратуры, офиса правящей партии и резиденции главы государства. Имели место случаи мародерства. В стране был заблокирован интернет, приостановили работу все банки, местами временно прервалась трансляция телеканалов, отменены почти все авиарейсы, прекращено железнодорожное сообщение. Многие жители Казахстана выстроились в очереди за хлебом. На фоне протестов президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, а также взял на себя обязанности председателя Совета Безопасности. Этот пост пожизненно занимал первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Токаев также заявил, что в Алма-Ате орудуют толпы бандитствующих элементов и заговорщиков, которые мотивированы финансово, и пообещал действовать максимально жестко.